Я покажу все места, где найти осколки Авроры. Начну с севера. Первый осколок от спасательной капсулы ищи на севере. Забирайся в мотылек и проплыви больше 700 метров. На глубине 180 метров будет первый осколок Авроры. Берегись костяных акул. Вот координаты. Второй осколок расположен между севером и северо-востоком, но ближе к северо-востоку. В мотыльке одолей почти 1400 метров. Берегись Левиафана Жнеца. На глубине 320 метров будет второй осколок Авроры. Координаты на экране. Третий осколок находится тоже между севером и северо-востоком. Проплыть 300 метров в мотыльке, расплюнуть. В зеленых водорослях лежит третий осколок. Смотри координаты. Четвертый осколок Авроры на северо-востоке в 500 метрах. На песочке дожидается тебя четвертый осколок. Координаты внизу. Пятый осколок находится тоже на северо-востоке, но в три раза дальше. Прыгай в мотылек и запасись терпением. Из опасностей будут стражи, электрические угри и жнец Левиафан. На глубине 260 метров лежит пятый осколок Авроры. Вот координаты. Шестой осколок Авроры ищи между северо-востоком и востоком на расстоянии 1200 метров. Проплыви грибной лес и обнаружишь шестой осколок Авроры по таким координатам. Седьмой осколок будет рядом с Авророй, ближе к юго-востоку. Проплыви 600 метров и найдешь его по этим координатам. Восьмой и девятый осколки ищи на юге. Ныряй в мотылек и проплыви в этом направлении. Сначала увидишь восьмой маленький осколок, а проплыв чуть дальше, не сходя с курса, и девятый. Координаты прилагаются. Десятый осколок Авроры найдешь между югом и юго-западом, но ближе к югу. Преодолей в мотыльке 1 километр, чтобы найти в расщелине десятый осколок Авроры. Глубина ниже 200 метров. Вот координаты. Одиннадцатый осколок находится тоже между югом и юго-западом, но ближе к юго-западу. Плыть придется почти 1800 метров, но оно того стоит. Остерегайся стражей и на глубине ниже 400 метров найдешь 11-й осколок. Запоминай координаты. 12-й осколок Авроры обнаружишь на юго-западе в 1400 метрах от спасательной капсулы. Осколок огромный и возвышается как многоэтажка. Вот координаты. 13-й осколок будет тоже на юго-западе, но гораздо ближе. В мотыльке одолей больше 500 метров. Из опасностей будут песчаные акулы. Координаты 13-го осколка. 14-й осколок будет снова на юго-западе, но в два раза дальше от 13-го. В мотыльке промчи как ветер 1100 метров и найдешь 14-й осколок по таким координатам. 15-й и 16-й осколки находятся между юго-западом и западом. 15-й осколок попадется первым. Вот его координаты. Песчаные акулы могут атаковать тебя. Плыви к 16-му осколку на расстоянии в 700 метров. Там, где растут кровавые водоросли и обитают стражи, лежит 16-й осколок Авроры. Координаты на экране. 17-й осколок дожидается тебя между западом и северо-западом. 1500 метров преодолей быстрее пули. Плыви мимо грибного леса, опасайся стражей. Вот и 17-й осколок Авроры. Прилагаю координаты. 18-й осколок Авроры тоже затонул между западом и северо-западом, но гораздо ближе. Проплыть 300 метров не проблема. В зеленых водорослях обнаружишь 18-й осколок. Остерегайся сталкеров. 19-й осколок находится на северо-западе. Если проплывешь почти 900 метров в этом направлении, то наткнешься на грибной лес, а на одном из грибных деревьев будет лежать 19-й осколок Авроры. Координаты на экране. 20-й и последний осколок ищи между северо-западом и севером, но ближе к северо-западу. Проплыви в мотыльке больше 600 метров и найдешь 20-й осколок Авроры. Итог. На севере лежит один осколок. Между севером и востоком 5 осколков. На юго-востоке 1 осколок. Юг хранит 2 осколка. Площадь между югом и западом имеет 7 осколков. Между западом и севером лежат 4 осколка. Теперь ты знаешь, где найти все осколки Авроры. Удачи в поисках!